Какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба. Организм под угрозой. Впереди самарцев ждет традиционная январская пищевая эстафета. Атаковать же утки горожан готовятся рядовые – мясные салаты, сержанты в лице жирных мясных блюд. Возглавляют это вкусное, но вредное воинство – полководцы, сладкие торты и конфеты. Жители Самары готовы сдаться без боя. Ну, наверное, как и все, салаты всякие, винегретики. Ну, тогда, может, шашлык еще, если повезет. Салаты, как всегда, селедка под шубой, морской салат. В Самаре только за последнюю пятилетку ожирение у взрослого населения выросло практически в 2,5 раза. Эта проблема существует и в подростковой среде. И дело не в генетике или отсутствии физической активности. Корень зла кроется в питании. То есть это избыточная калорийность рациона, это избыточное содержание жиров, причем мы забываем иногда, что есть скрытые жиры, в субпродуктах, в сырах, колбасах, копченостях. Сейчас очень популярен у нас фастфуд. Фу. Тебе что намазать? Меду или сгущенного молока? Тебе меду или того и другого? И того, и другого, и можно без хлеба. В новогодние праздники все обозначенные специалистами проблемы с ожирением только усугубляются. У специалистов есть несколько советов о том, как проводить уходящий год с минимальным стрессом для организма. Больше физической активности, опять же, ходить гулять, почаще танцевать, какие-то игры активные устраивать на Новый год. Но опять, то есть как-то вот разнообразить, чтобы не все время сидеть за столом и есть. Но лучший совет самарцам – попытаться сломать вековые устои и поменять свои взгляды на питание и образ жизни. Новый год для этого – самое подходящее время. В новогоднюю ночь многие захотят скушать что-то вредное. Диетологи дают много советов по поводу праздничного стола, но не бывает волшебной таблетки, которая избавит вас от лишних килограммов. Может быть, от вредной еды просто стоит отказаться? Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов, События.